Хлопушка. Хлопушка. Бум. То есть хлоп. Привет. Сериал «Струнодер». И эта серия будет у нас про гитару «Паркер». Всем привет. Вот такая гитара. «Паркер». Рогатая. Похожая на жука. Вот, значит, Паркер, блин, вот не понимаю, есть там, значит, у нас Чарли Паркер, это саксофонист великий, только слушать я его не могу, есть у нас ручки Паркер, дорогие, понтовые, есть у нас Алан Паркер, стена, есть еще мистер Паркер, это редкостный удод, ну ладно, вот, ну и вот гитары Паркер еще. Вот, эта модель, про гитары Паркер что мы знаем, что гриф там часто делают, по-моему, с пластиковой накладкой, но здесь нифига, здесь нормальная накладка, что гитары Паркер дорогие, эта гитара недорогая, вот, модель PS44, по-моему, производство корейская гитара, вот, и, ну, что еще, что здесь мы, значит, имеем? Еще сделано, честно говоря, не знаю. Гитара мне так досталась на показ. Ну, сейчас покажем. Много ручек. И из интересного, что здесь есть, здесь стоит пьезодатчик. Вот тут какая-то батареечка, как понимаю, к нему есть. Типа можно играть как на акустике. Хотя это тема для такого, на мой взгляд, отдельного разговора. Вот, ну, написано Made in Korea. Корейский. Колки какие-то. Что-то написано непонятно. Гровер, кстати. О. Вот. Ну ладно. Значит, два хамбакера, отсечки. Ой, ручка вывалилась. Сейчас воткнем на место. Отсечки. И еще, значит, вот здесь пьезодатчик, который может звучать как отдельно, так можно его подключать, смешивать сигнал с электрическими обычными датчиками. Вот. Гитарка вполне такая себе живенькая. На мой взгляд, интересная и заслуживает внимания. Ну что, вперед. На мины. Хамбакер, сингл. Ну вот, сингл немножко звучит просто слабее, к сожалению. Ну. Так, два хамбакера. Два сингла. Бриджовый хамбакер. Вот, теперь интересное. Что у нас интересное? Вот так. А, интересное вот здесь. Так, вот в этом положении, я так понимаю, будет работать только вот эта самая пьезодатчик. В этом положении мы можем к датчикам подключать вот этот самый. Вот мы, например, играем на хамбакере. А это мы к нему добавили сингл. Не сингл, вру. Пьезодатчик. Смотрите. Значит, вот он. То же самое с двумя хамбакерами. Есть. И здесь можно послушать. Можно к синглам добавлять. Вот. Ну, в общем, вот такая интересная штука. А, можно еще наоборот. То есть сейчас я убрал звук электрического датчика магнитного и оставил пьезо, да? Ну вот. Сейчас мы все это повыключаем. Вот, собственно, и вся фишка этого инструмента. Ну, кроме того, что сделан он добротно, играть на нем удобно,
Опять же, у нас вот здесь нет никаких вот этих точечек. Точечки все здесь, так что, если что, не заблудимся. Вот, ну что, попробуем с драйвом, да? Поехали. Входим в положение обычных датчиков звукоснимателя. Два хамбака. Еще раз говорю, с драйвом играть на синглах, ну... А вот с драйвом играть на пьезодатчике... Кстати, можно. А, сори, сейчас я запутался, подождите. О, вот так хамбакер. Вот это. А вот так пьезодатчик. Ну, кстати, интересный звук такой получается. Немножко такой страта что-то такое. То есть можно чего-нибудь тут нарулить, накрутить и всячески радоваться. Ну что, поиграем с педальками под минус на этой чудесной гитаре. Так, что у нас из минусов тут есть интересного такого? Сейчас посмотрим. Момент. Текс. Текс. Сейчас что-нибудь найдем. Ой, господи, тут что-то непонятное. Это я в жизни не сыграю. Наверное, вот. Сейчас поиграем. Наверное, разок на чистом и разок так. И нормально. Стоп. Сейчас попробуем. Включаем наши порталы. И вперед. Давайте попробуем то же самое поделать. Очень много кнопок. Так, ну что, еще разочек, что-нибудь такое, да?
В общем, главное не забыть, зачем какая ручка и когда, в какой момент ее тыкать. Вот. На сим, я думаю, можно закончить. Гитара Паркер, модель P44. Да что? Оп, оп, оп. Это пьезодатчик завез. Гитара Паркер, модель P44. Гитара, кстати, продается, стоит весьма вменяемых денег. Так что кому нужен универсальный инструмент, чтобы играть и петь песни, я думаю, что это как раз вот то, что надо. Всем спасибо, пока-пока.